Всем привет, друзья! Сегодня у нас 21 апреля, уже вечер, полседьмого вечера, нужно выехать по делам, покататься здесь по местному, ну, заодно и в магазин заеду, куплю продуктов, покажу вам, что у нас происходит сегодня, потому что у нас карантин вроде бы как до 24 числа. То есть 24 числа это у нас уже пятница. Но скорее всего карантин продлят, потому что статистика по заболеваниям пока только растет. Я думаю, что числа до 12 мая, чтобы майские праздники тоже все сидели дома, продлится карантин. Ну а там видно будет. Может, и до лета будем сидеть. Хотя очень бы не хотелось сидеть до лета, потому что, ну, уже, блин, реально не можешь сидеть дома, работать. Хочется где-то ездить. Поэтому вы все и так прекрасно знаете и понимаете это, что рассказываю. В общем, заедем в магазин. Покажу, что там у нас в магазинах. Но я думаю, особо ничего не изменилось. Достаточно таки пусто на дорогах, хотя я думал, будет побольше машин. В общем, как-то так. Ну, давай.
все, друзья, я скупился. Людей в магазине почти нету. Был в магазине АТБ на Академика Павлова. Видео вы только что сами видели. Еду уже домой. На улице уже темно, 9 часов вечера. Сзади меня там кто-то сигналит. 9 часов вечера, на улице и темно. Людей тоже почти нету. Машин тоже практически нету. В общем, как-то так. Такое вот получилось сегодняшнее видео. Если никому что не так, не обижайтесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Увидимся. Всем пока. Спасибо за просмотр.